ты забыл. Все, я уже забыла. И лоб немножко чуть-чуть. Ага. Пи-би-пи-би-би-би-ква-ква. Пи-би-пи-би-би-би-ква. Мы покажем, как проходили кастинги в команде Евгения Олейника. Скромный такой. Ну, такой есть. Красивый, поющий. А давайте посмотрим, как вы на овации реагируете. А вам все наши аплодисменты. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вы сразу придите и скажите, хотелось бы мою самую любимую песню группы «Аура» исполнить полностью. И он вас не остановит. Да? Спасибо большое. Это вам секретик от меня, потому что я пела у Евгения в «Ауре» на бэках. Поэтому я вам лайфхак такой. Хорошо, большое. Волнуетесь? Да. Душа живет в моей родине. Что я слышал эту песню в поездке. Я знаю, что там будет дальше. Очень-очень красиво. Первая нота, вы нас прямо это немножко поразили, да. Спасибо вот, большое. Да, но вам, по-моему, все-таки Чичковича надо ее сделать, да, чуть-чуть. Ты молодой и талантливый ты. У тебя есть идеи, у тебя есть мечты. Союз молодежи, приходи поскорей. Найдешь ты себя и надежных друзей. Ты хотел найти богину, а нашел наставницу. Спасибо огромное. Спасибо. Да, друзья, перерыв технологический. Дорогого стоит, когда ученики говорят, это наша самая любимая учительница, правда? Ой, не могу, волнуюсь. Все хорошо. Вы очень хорошие, очень. Спасибо большое, спасибо. Точно хотите ее сейчас спеть? Так немаловато было, да, прям я не узнал свою собственную песню. Такое очень интересное такое прочтение такое, да. Интересная интерпретация. А что будете исполнять? А можно секрет? Интрига? Ну, хотя бы на ушко. А ты скажи, это мелочи, это все мелочи. Класс. Плачь или смейся, но только не молчи. А ты скажи, это мелочи, это все мелочи. Плачь или смейся, но только не молчи. А впереди еще три дня и три ночи. И шашлычок под горячом вкусно очень. И я готов поцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Давай. Yeah.
Евгению? Надеюсь, что да. Вы так улыбались, вы такая светлая. Спасибо, очень приятно. Скажите, готовы ли вы пожертвовать работой ради «Звездного пути»? Нет, работа-то важнее. Но вы же хотите стать артисткой? Надо еще стать, а там уже подумаю. То есть это вот такой вот ход, хитрый. Сейчас его забыл, на пути его ко мне. Как дорогой березовый, малиновой заре. Сегодня ждать дуэт или все-таки народницу какую-нибудь возьмете? Так иди, вот, ну пока есть время выступить, я тебя возьму. Ну, ну же, сделай. У меня же музыкальное образование есть, вы меня не возьмете. Да какое там у тебя музыкальное образование? Разве это образование, Саша? Образование. Ну такое себе, ну. Саша, какое есть? Ну, ты умеешь прикидываться необразованной, все нормально.